А почему нельзя парковаться в неположенном месте? А бес его знает. Но такой ответ не устраивает сотрудников ДПС. Неправильно припаркованные автомобили создают массу проблем для жителей городского округа. Способов борьбы только два – штраф и эвакуация. Но прежде чем увезти машину водителям, дают шанс исправить ситуацию. Им звонят и просят перепарковаться по правилам. А мест нету, нету мест. Куда деваться? Да, построили стадион, здесь живу. Очень большая проблема с этим стадионом. Да, и еще плюсом такая история. Неправильно сделано движение, и тот, кто проезжает, едет по Ленинградке, хочет объехать через дворы. Здесь вообще устроен поток. О том, что сквозное движение через дворы запрещено, водитель тоже, видимо, не знает. Но Дмитрию повезло, он успел убрать машину, отделаться штрафом в 1000 рублей. А вот другим автомобилистам повезло меньше. Их транспортные средства увезли на штрафстоянку. В последнее время в городском округе участились случаи нарушения правил парковки водителями автотранспортных средств. В основном паркуются на автобусных остановках, в частности. Сегодня мы находимся на автобусной остановке около арены Химки, где постоянно машинами заставлено подъезд автобусов к остановке. Из-за неправильно припаркованных автомобилей автобус не может подъехать к остановке и безопасно высадить пассажиров. Они забивают так, что мы во втором ряду высаживаем людей, и тут ГАИ нас штрафует, получается, что мы виноваты, понимаете? А мне интервал бывает 5 минут, бывает 6, 4 минуты. Мне надо где-то встать, а мне нету возможности. Стоишь тут на втором ряду. От нерадивых автомобилистов страдают и коммунальщики. Почистить снег с помощью трактора – дело нескольких минут. Но если остановку заставили машинами, снегоуборочная техника бессильна. Неудобно, очень неудобно. А почему? Снегу много, очень надо убирать заранее. А это так не годится. Аналогичная ситуация происходит и во дворах городского округа. Плотно припаркованные автомобили не дают коммунальщикам расчистить снег. Представители управляющих компаний просят автовладельцев идти на контакт и убирать машины на время уборки территории.